Так, ну вот, двигатель уже давно, честно сказать, установлен, лифановский. С какими проблемами пришлось столкнуться? Вот сама площадка, все она четко подошло, но вот это вот, здесь мне пришлось пилить и чуть-чуть сдвинуть туда. И крылья я поставил только не из-за того, чтобы грязь не летела, а большей части из-за того, чтобы вот этот болт не слетал, потому что вот какие там соединения. То есть, если без этих, если болты не будут иметь упор, они вылетят, и двигатель просто-напросто слетит. Все. Двигатель уже обкатку прошел. Нареканий у меня к нему нет. Работает как часики. Сейчас вот даже можно его завести. И не заводится. Надо же. Зажигание забыл включить. Все работает изумительно. Зажигание, говорят, вот это отвалится. Надо будет что-то уже заранее будет придумать. Ну, скорее всего, кнопку какую-нибудь выведу. И все. Редуктор залил трансмиссионный. И вот здесь вот старая прокладочка была. Вот она сейчас плотно не приходит. Пасу сюда немного вытекает. Бегает он довольно-таки неплохо. Грузы везет. 8 лошадей у него. У него основное отличие. Точно такой же двигатель. 170-й. Но у этого внутри вроде бы как масляный насос стоит. Вот так вот. Тросик я, который был, тяга, я его выкинул нафиг, потому что там пружинка стоит и хорошо возвращает тросик. Купил вот эту штуку за 350 рублей, поставил, все работает. Здесь сами тяги тоже вот переделал на такой вот манер. Не понравилось мне то, что не там через какую-то трубку тянутся что-то. Сейчас они как-то легче. То же самое, цепочкой можно регулировать натяжение. Все работает. И шкив, который был алюминиевый, то есть он и сейчас стоит тут. У него он имел две бороздки вот это после отливки. Ну, короче, вот он, ремень у меня один сожрал, все эти бороздки стерлись, работает нормально. Ну, двигателем доволен прям, я не нарадуюсь. Ездили мы с ним на 8 километров где-то, это без перекура, без всего. Конечно, тяжело такое расстояние ехать на нем, это да. Ну, проехал, ничего не забарахлил, ничего. Ну, все, спасибо. Подписывайтесь на мой канал.